Одна сестричка, она работает в клининговой компании, и они в больших помещениях работают с большими шторами. То есть их приглашают в разные ДК, в разные большие здания, где висят очень большие шторы. И они там в зданиях их приводят в порядок. Когда вешают, когда прямо на них приводят порядок. И получилась травма, что она упала с лестницы, они отпаривали шторы, она упала с лестницы, и помимо того, когда она падала, она потянула, ну, ухватилась за штору, упал карниз на нее, и упала лестница на нее. Лестница в области шеи, а карниз, я так поняла, на спину упал. И ее не трогали, приезжала скорая, ее забрали в больницу. Все, что она помнит, она говорит, я когда падала, я просто, говорит, повторяла имя Иисус. И ей приснился сон. Ей приснился сон, то есть пока ее врачи обрабатывали, пока врачи там обхаживали, ей приснился сон, как пришел Божий человек и просто возложил на нее руку. Вот. Она проснулась в больнице абсолютно здоровая. То есть врачи, они там ей понаписывали очень много всего. Она была без сознания. И в это время, пока она была без сознания, ей, как она сказала, мне, говорит, приснился сон, что на меня пришел Божий человек. Говорит, я чувствовала себя на полу. Говорит, и на меня возложил руку. И когда она очнулась, она была абсолютно здорова. Потому слава нашему Господу за то, что Он исцеляет. Потому слава Господу. Как это связано с нашим служением? Ей приснился человек Божий из нашей церкви, который возложил на нее руку. Она смотрит наше служение и благодарит Бога за то, что для нее неожиданно произошло такое чудо. Слава Господу!